как-то вот определенный фокус вам покажу. Почему люди иногда теряют эту радость? Вы знаете, что каждого Бог до рождения, там даже мы сегодня псалом будем петь, он там говорится: «До рождения ты узнал меня». И у каждого человека есть дар. Это тот талант, который Бог дал ему. Да? И вот интересно, что в этой притче, он говорит как бы одному, говорит: «Добрый, верный раб, ты умножил эти таланты, поэтому войди куда? В радость господина своего». И второму говорит: «Добрый, верный раб, ты умножил эти таланты, поэтому войди, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего». И помните третий, смотрите, у него ведь был талант, был? Он же ему дал талант. У него была земля. И земля была, правда? Потому что сказано, он даже трудился, он закопал в этой земле свой талант. И я думаю, что когда он получал этот талант, он имел радость. Потому что, ну вот, вам дарят подарок, вам дали талант, да? Вам дали землю. Чему не радоваться? Да? И вот он думал, что делать с этим талантом? И вот он не делал ничего с ним, не делал, правда? В конце концов, я вам сейчас один момент покажу. Почему я стал об этом говорить? Потому что Бог некоторое время назад мне сказал: не бойся делать то, что ты получил. Надо выносить это. Выносить, чтобы многие знали об этих талантах. То есть, помните, они торговали талантами. Потому что, когда он говорил этому: ты злой и неверный, ты не отдал торгующим даже этот талант. Там четко сказано: торгующим. То есть иногда люди боятся как бы эти таланты употреблять. Даже если вы употребляете их в этой земле, вот в этой земле, куда вас Бог поставил, их нельзя закапывать. Они должны умножаться. И когда меня часто спрашивают, вот там подготовил людей, и человек ушел, да? Ну вот помните, там много уже таких было, вот там... Илюша там, Кирилла подготовил. Только он вырос, Господь его куда-то увел. И меня спрашивают: ты рад? А я такой: не рад. Ну, реально не рад. Но когда я узнаю, что они там являются основными служителями, которые тянут это служение, тогда я радуюсь. Потому что они умножились, эти таланты. И, то есть, мы воспитываем, и нелегко отпустить. Но когда ты узнаешь, что это служит, и для многих людей благословением является, тогда реально как бы начинаешь радоваться. Как бы. И знаете... Многие, не используя эти таланты, они слышат призыв Божий. Они реально слышат призыв Божий. Я уверен. Но ищут чего? Знамения. Как религия. Вера, она двигает. Понимаете, да? Вера, она двигает. А религия что говорит? Знамения. Мне надо знамения от тебя, Господь. И что? В 12 главе, вот я вам сейчас даже напомню,
Они видели чудеса, когда Иисус исцелил сухую руку. Потом опять привели как бы к Нему немого, слепого и глухого. Он его исцелил. И тут же фарисеи говорят, как бы, покажи нам знамение. Ну, какое еще знамение надо? Тут же, вот в одной главе такие чудеса происходят. Они говорят, покажи нам знамение. Он говорит, род лукавый и прелюбодейный. Не даст вам знамение, уже дано вам знамение. Я сокращу, Олежка, программу. То есть, но мне очень важно поделиться этим словом, как бы. Потому что многие ищут знамений. Не ищите знамений. Доверьтесь Богу. Не закапывайте эти таланты. Потому что вы потом, смотря, как Бог умножает у других эти таланты, будете злиться. Потому что зависть, она будет... Они ж что делают? Они говорят, а чё меня Бог не использовал так? И что... Зависть, она рождает, она порождает это зло. Понимаете? И вот я прочитаю для тех, кто не имеет радости, концовку этого псалма. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении. Воспою Господу о благодетельствовавшем меня и буду петь имени Господа Всевышнего. Ты крепкая башня для нас. Ты источник нашего спасения, Господь. Аллилуйя. И эта радость, она для кого-то утешение, для кого-то ободрение, Господь. Аллилуйя. Больше я не раб, больше я.
царя, еще скажет больше я.